Ходи, малой. Я бы лучше своим лицом к нему не подлезал. Секундочку, отвлекся, все, беги. Давай. Всем привет, вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима, и сегодня мы с вами теребим лысого. Смотрим за лысым. Тоже не так, сейчас, подождите. Гоняемся за лысым. Что это такое, что это означает? Давайте вместе с вами и посмотрим. Погнали. Баба в желтом, опять снова, как всегда. Я так понимаю, родители этого баребуха еще не объявились, поэтому я все еще... Вы знаете, что такое баребух? Это когда животное сходило в туалет и к ней сзади налипло. Ты что, дурак? Ничего нового. А, графика эстетическая, низкая для тех, кто учится в меди. А экономисты, как всегда, в пролете, так понимаю. Да, я сначала посмотрю, что у тебя тут нового в доме. Ой, всякие тарелочки, кружечки. Если что, это ты. Так, что тут еще есть? То есть, я смотрю, мы уже перешли, да, с бутылочки на соленые огурчики? А тебе не рано такое есть? Понял. Ой, всякие ящички теперь открываются. Это что, помойка от Xiaomi? Слышь, хорошо сосет. И тебе пора, кстати, тебе по заданию. Кто тут такой хочет молочко? Понюхай. Пахнет сисей коровы. Чего ты ноешь? Ты всю жизнь его ел, ты не знаешь, откуда оно? Все как обычно. Обосранные и счастливые, идем менять штаны. Если ты так срешься, какие тебе еще огурцы соленые? Ты вообще адекватный? Mm-hmm. Так, ну что, ты перевоспитался? Ходи, малой! Понял. А че ты? А ребенок, это да! Секундочку, отвлекся, все, беги, потому что мама за тобой уже с кирпичом гонится. Бедный, а какой? Смотри на себя. На все готов, лишь бы жопу не мыть. Ага. Так. И кого ты пытаешься обмануть, извините? На вырост тебе трусы мать взяла. Нет, ты в натуре гонишь. Ты серьезно? Ты думаешь, это меня проведешь? Я все равно их сменю, мне за это платят. Сиди! Когда ты, блин, уже сам научишься ходить в туалет? Взял, сел вот так вот, чё сложного? Блядь! Отдай! Все, поймал. Водные процедуры перед сном, нормально. Сейчас как раз спать. Вот твой шканарь. Борис Бритва. Найдите книгу сказок и сядьте. А мне уже за тебя хорошо предлагают. Так-то. Принц и кошка. Готов? Давай. Ночью кошка подошла, позвала гулять мальца. Вместе шли в прекрасный сад. Котик был безумно рад. Но малой наш с ебанцой поломал сад кочергой. Котик этому не рад, сам позвал дегенерат. Кто считает, что это лучшая сказка в мире, залайкайте этот видос. Вот такая сказка про говню... Про говнюка. Капец, он расплылся. Вы слышите, как он вообще храпит? На кота. Будет тебя яичками лоб греть. Спокойной ночи. Я заслужил телек. Ого, это мой любимый канал. Смотри сюда, быстренько. Тиньков жестко затимил с Рика и Морти выпустил. Блядь, я не могу, Вот гусь проснулся. Такую телепередачу мне обломил. Что ты здесь раскидал? Ага, оставил своего фейка, значит, и свалил. Одет. Уложите малыша снова. Тебя с левой или с правой? Или с вертухи, б***ь? Все, давай спи. Нафиг ты его пнул? Ты чё, дурак, что ли? Это же ты. Ничего не силёнка, он три раза накинул так с ноги. Я бы лучше своим лицом к нему не подлезал. Положите в кровать нужную игрушку. Я в детстве лично игрался. На. Вот борзый. Играйся с хлебом, дурик. Все, не кидай. Хлеб, ему голова, понял? Да, у меня голове. Только ударь. Сука. Пояснительная записка будет? Дурной какой, а? Неадекватный. Ночь вторая. И снова вторая, но... Все, ладно. И где он? Сначала взять бутылку в холодильнике. Давай. Так, теперь начался буллинг от бутылки. Еще и дверь мне запер. Кс-кс-кс, бутылка, кс-кс-кс. Ага. Если ты думаешь, что... Что с ковшом? Все, мне в прикол это бегать с соской за тобой. Опа! Ладно, прости. А чё ты не ловишь, а? Жизнь такая иногда подкинула тебе возможность, а если ты ее не поймал, то все. Следующий этап — летающие трусы, но у меня есть план. Он уже думает, что сейчас будет делать, когда я отвернусь, да? Позу принял, свалить. Не рыпайся! Чтобы ты не знал, когда я отвернусь, ваши колбасные очки будут у вас на лице. Теперь ты ничего не увидишь. Здравствуйте. У тебя колбаса упала. У трусов есть глаза. Смотрел такой фильм? Ну, типа, я вас ловить теперь буду. Вы не против? Кс-кс-кс. Гурец будешь? Тихо. Ну-ка, стоять!
Иди лови, чё расселся. Я понимаю твое недовольство. У него, конечно, не самая чистая жопа, но это твоя работа, стой! Ну потерпи пару лет, он скоро приучится к туалету. Нет, я все равно тебя узнаю, ты трусы. Ну все, проветрились и хватит, давай обратно на жопу. Ну я ж тебя все равно поймаю. Ну вот, чего ты добился. Плохие новости, у твоих трусов сотрясение мозга. У трусов он хотя бы есть, типа... Смотрите-ка, опять забыли, оскорбили, заплакал. Вот тебе чистый поджопник. Конечно, счастливый, он там тебя щекочет, наверное. Ой, бля, началось. Глазки такие красные. Маску из колбасок забыла? Да, блин! Мама мия, пицца, помидоры, итальяно, о! Надо больше спать, чтобы глаза не краснели. Найдите книгу сказок и сядьте. И сядьте. Читать. Принц и крольчиха, значит, сегодня у нас. Давай. Когда крольчиха пришла в гости, принц сказал, пора играть. Но в красные глаза глядя, в голове... Не надо, дядя! Чё ты? Сказка не понравилась? Положить в кровать нужную игрушку. Ну, понятно. Тебе кот нравился, на. Какой-то непостоянный, а? Я придумал тебе новую игру, смотри, я кручу глобус и куда... С глобусами поосторожней, иногда прилипает к рукам. Да, я пальцем ткну, в тот детдом ты поедешь. Так, продолжаем читать сказку про мальчика-арбузера. Это про тебя вообще-то. Мальчик зайчика гонял, зайка быстро убегал. Поймать зверька не удалось, и в мальчике проснулась злость. Малой кричал, хочу друзей. Я ж мама приведет зверей. Ясно, мать тебя разбаловала. Чмок тебя хлебом, я пошел. Спокойной ночи. Отдыхайте, это по мне. Наконец-то мой любимый телеви... Ты что, упоролся, что ли? Ты что здесь делаешь? Возомнил. Снимай это все. Сегодня у нас дегустация. Три новых вкуса, смотри. Тут есть клубника, трава и желтый. Трава. Не надо траву, вы че? Какая трава? Желтый? Так, попробую клубнику. Так, на клубнику аллергия, понятно. Вот, просто вода. Найс. Чел, ты в курсе, что растишка не так должна работать? Спокойной ночи. Надо еще огурцы, наверное, сделать. Ты нафига вырос? Зеленую будем есть. И лови теперь его! Ну просто гороховый суп в баночке, ничего интересного. Желтая. Ну просто Капитан Америка. Красный пробовали, зеленый пробовали. Ну все, больше нет. Повезло, что у тебя еще зубов нет. Где ты ржешь? Кого? Слышишь, дядя, не прокатит так. Думаешь, я не знаю, сколько тебе лет включил себе, блин. Оранжевый какой-то канал. Ладно, малой, пора научиться готовить самому. Берешь хлеб, сверху сыр, всякую хрень, все, что в холодильнике. Буквально 5 минут и... Ладно, значит молоко. Но там не получилось, придется есть, что есть. Снова ты запах. А тебе не кажется, что слишком дорого выходит и трусы менять каждый раз после еды? Пора тебе узнать, что такое экономия. Поздравляю тебя с днем чистой попы. Нет! Не надо! Все нормально. Я тебе говорю. Какой это кошмар! Деликатная стирка, ничего с тобой не будет. Земля в иллюминаторе видна. Ну чё, как полет прошел? Нет, ты все такой же обман. Что-то нехорошо ему. По старой схеме. И на этом закончилось? Малого засунули в стиралку и на этом закончилось? Не, я просто требую продолжения. Насколько я знаю, там есть еще пару выпусков с Лысым. Если вы хотите, чтобы я все их посмотрел, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях «Давай больше Лысого», заходите в мой инстаграм, а с вами был Дима, типа топ, пока!